Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два, три. Практически у каждого из нас есть клавиатура. Вот, допустим, у меня имеется вот такая клавиатура. И я, честно говоря, хотел бы ее прокачать. Давайте сейчас мы вместе с вами на первом уровне попробуем это сделать. И видим то, что, смотрите, ко мне добавляются вот такие клавиши. И теперь моя клавиатура хотя бы имеет клавиши. А то до этого даже их не хватало. И в итоге мы сейчас вместе с вами выходим на множитель в 5x. Ну и как вы понимаете, ребятоньки, мы сейчас находимся в игрушке под названием Typing Shooter, где мы будем вместе с вами прокачивать клавиатуру. И что же, второй уровень, давайте тогда, конечно же, начинать его проходить, и тут у нас, кстати, имеются даже бонусы. Вот только что я собрал скорость печатания нашей клавиатуры, и видим то, что она у нас очень и очень даже быстро начинает печатать, и также сам внешний вид ее изменился. Она, конечно, выглядит очень и очень даже старинной, но при этом не такой грязной и зеленой, как моя предыдущая. И в итоге, ребят, мы побили даже наш предыдущий рекорд, и теперь у нас имеется крутая возможность наконец-таки прокачаться. Можно прокачать скорость печатания, либо же добавить плюс одну кнопку. Давайте мы, наверное, вместе с вами прокачаем скорость печатания. Все-таки это действительно очень важный параметр. Вы посмотрите теперь, как быстро из нашей клавиатуры сочатся слова. Вот это действительно очень и очень даже хорошо, друзья. Остается тогда, конечно же, ее прокачивать и собирать уже, смотрите, ребятоньки, вот такую прикольненькую, новенькую, современную клавиатуру. Вот она, на самом деле, мне нравится намного больше, чем наша предыдущая. Ну и смотрим, сколько же мы вместе с вами денежек заработаем. У нас уже имеется 662 монетки. Ну, это, как вы понимаете, максимальный результат на третьем левеле. Ну и что же, раз мы прокачали уже скорость печатания, давайте мы тогда добавим просто одну дополнительную кнопочку. Я думаю, нам этого не помешает, и видим то, что, смотрите, не одна, а целых даже 4 появилось. Ну ладно, окей, нам, в принципе, лишнего это точно не будет. И видим то, что, смотрите, какая у нас теперь прикольненькая клавиатурка имеется. Вот это да! Она у нас даже теперь такого беленького цвета, и я думаю, это уже точно какая-то более-менее неплохая современная клавиатура. Сейчас тогда будем вместе с вами делать вот так, чтобы сразу же несколько вот этих штучек, ребятки, взять и получить много-много денежек. В итоге у нас уже имеется 935 монеток. Я, наверное, сразу же прокачаю рендж нашей клавиатуре. Вау, на 5-м юбилейном уровне у нас имеется вот такой миленький кролик. Конечно, не знаю, что он будет нам делать, но давайте мы его возьмем с собой и видим то, что это питомец, который помогает нам стрелять вот этими буковками. Это на самом деле очень и очень даже круто. Сейчас тогда мы вместе с вами, конечно же, еще добираем вот эти все остальные наши клавиши и видим то, что у нас довольно-таки неплохая клавиатура. Она имеет практически больше половины вот этих буквок, и это на самом деле, ребятоньки, хорошо. Сейчас тогда будем вместе с вами, конечно же, еще пытаться до конца дойти, но не хватило нам совсем чуть-чуть, чтобы это сделать. Но зато мы заработали хорошее количество денежек, а именно 1650 монеток. И давайте мы вместе с вами, конечно же, прокачаем опять-таки скорость нажатия клавиш. И что же, начинаем проходить 6-й уровень. Я сразу же начал, естественно, лутать вот эти различные множители. И, конечно же, лутаем наши буковки. Вы просто посмотрите, как быстро мы прокачали нашу клавиатуру. Вот это совсем, ребятки, другое дело. И в итоге все. У нас только что произошла эволюция на вот такую уже современную клавиатуру, которая печатает очень и очень даже много наших буквок. Ну ладно, сейчас тогда я по тактике, конечно, сначала, друзья, пройду вот так, а теперь мы направляем нашу вот эту штучку только прямо. Блин, мне на самом деле очень хотелось бы посмотреть, что будет после белой клавиатуры. Давайте я тогда сейчас скачаю, конечно же, еще K-Count и видим то, что у нас практически полностью прокачанная вот эта начальная клавиатура. Посмотрите, мы действительно берем немножечко вот этих цифрок, а у нас уже имеется современная клавиатура. Сейчас, я думаю, мы вместе с вами ее очень-очень даже хорошо прокачаем и увидим ее в более-менее нормальном состоянии. Посмотрите, буквально нам не хватает 3 буковки, чтобы у нас уже наконец-таки была полностью собрана наша клавиатура. Но зато сейчас у нас будет точно крутой новый результат. Смотрите, у нас уже имеется 9x, и буквально нам одной единицы не хватило, чтобы дойти дальше. Ну ладно, ребятоньки, не будем переживать, будем надеяться на то, что просто 8-й уровень будет намного лучше, чем предыдущие левелы. Вот смотрите, я только что взял все остальные вот эти штучки, и остается нам еще, друзья, вот эти клавиши взять. Все замечательно, мы можем сразу же, получается, взять 2 параметра и, конечно же, прокачать полностью вот эту клавиатуру. Ура, ребятоньки, поздравляю нас! Мы наконец-таки увидели, что идет после белой клавиатуры.
а идет у нас вот такая синенькая клавиатура с новыми клавишами. Выглядит на самом деле реально очень-очень даже круто. Посмотрим, насколько она у нас хороша. Ну, в принципе, она дошла до лучшего результата, и я думаю, это реально неплохо. И самое приятное, то что у нас имеется 3000 монеточек, и мы сразу же прокачиваем скорость нажатия на наши клавиши. Все, ребятки, 9 уровень. По сути, у нас следующий будет 10, мы должны просто супер офигенно его отыграть. Для этого нам, конечно же, надо не забывать лутать все вот эти различные параметры. И, конечно же, подзарабатывать еще на дополнительных штучках. О, смотрите, у нас имеется вот такая прикольная лесенка, на которой мы залутали очень хороший рейндж и несколько буков. Конечно, особо, ребятки, хороший результат я не вижу, все равно мы не дошли до синенькой клавиатуры, но зато, я думаю, денежек мы вместе с вами, ну, там действительно очень и очень даже много. Ну да, друзья, нам опять-таки хватает на еще один K-каунт, и видим то, что мы начинаем уже с вот такой прикольной старенькой, но хотя бы более-менее клавиатурой. Ну и что же, давайте тогда такой мощной клавиатурой мы будем проходить уже вместе с вами 10 юбилейный уровень. И смотрите, мы только начали вроде, а у нас уже имеется вот такая синенькая крутая клавиатура. Честно говоря, это очень хороший момент посмотреть, что же будет даже после синенькой клавиатуры. Но сейчас мы вместе с вами, друзья, это все дело выясним. И видим то, что, смотрите, мы ее полностью собрали, но, к сожалению, другую эволюцию пока что не сделали. Потому что нам надо было еще больше наших клавиш. Ну ладно, окей. Сейчас мы вместе с вами будем аккуратненько идти здесь и, конечно же, лутать максимальное количество наших денег. Давайте, кстати, пока еще имеется возможность, я прокачаю рейндж и инкам. Да, конечно, 10 уровень мы прошли на ура. Давайте тогда сейчас 11 уровень мы постараемся точно так же хорошо пройти, потому что он у нас сейчас, ребятоньки, уже финальный. И видим то, что у нас очень много плохих множителей, но зато очень много вот этих клавиш. Давайте тогда сейчас мы, конечно же, возьмем вот эти два параметра и будем собирать наши клавиши. Смотрите, ребятоньки, мы наконец-таки это сделали и видим эволюцию новой клавиатуры. Конечно, она очень и очень даже стильная, такая черненькая, но очень жаль то, что на ней сейчас пока что нет ни одной клавиши. И это на самом деле портит вид нашей клавиатуре. Ну что же, ребятоньки, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии, ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!